Армения мирная страна, и мы миролюбивая нация. Мы исходим из национальных интересов нашей страны. Мирный путь решения вопроса – это единственный путь, который реально может привести к решению. Мы надеемся на помощь других армян. И я думаю, что у нас как нация есть большой интеллектуальный потенциал. И мы возложим все усилия, чтобы этот потенциал был использован, служил развитию Армении.